Всем привет! Сегодня покажу, как сделать такую приманку, как игрушка. Понадобится латунный шестигранный пруток 7 мм. Зажимаю тиски и отмеряю 5 сантиметров и 1 сантиметр с торца. Провожу линию между этими метками и отрезаю ножовкой. Далее отмеряю также 5 сантиметров и черчу линию примерно под 30 градусов. Отрезаю. Получились вот такие заготовки. Теперь мне понадобится наждачная бумага 240, 600 и 1500 грит. Начинаю наждачкой 240 грит. Дальше наждачной бумагой 600 грит. Затем 1500 грит. Далее полирую на войлочном круге. Далее мне понадобится люрекс, который светится в ультрафиолете. Ссылку на него оставлю в описании. Крючок, заводное кольцо и сама игрушка. Также термоусадка, желательно красная. Беру 10 ниточек люрекса. Наматываю на 4 пальца. Завожу в ушко крючка тройника. Отрезаю примерно сантиметр термоусадки. Одеваю на тройник. И примерно так обрезаю. Мусор убираю домой. Вот такие тройники получились. Еще также можно сделать из любой шерсти или из красных ниток. Раз, думаю, хватит.
Теперь нужно обжать термоусадку. С помощью зажигалки бы я не советовал это делать, так как можно перегреть жало крючка и испортить его. Нужно делать это с помощью кипятка. Нальем чайку. И обжимаем термоусадку. Готово. Далее понадобятся заводные кольца 8 мм. Вместо тройника можно подцепить также офсетный крючок с силиконовой приманкой или на двойнике. Самое главное — это вот эта латунная грушка. Проверим вес приманки. 9 грамм. Да, около 9 грамм. Как только температура воды опускается ниже 15 градусов, на эту приманку хорошо начинает клевать карп и карась. Также знаю, сом, судак и щука тоже не прочь скушать эту приманку. Если видео понравилось и было полезно, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.